Фок, Фок, поставь ему 61-й маршрут, Фок. Заебись. Сука, блять, парадиз. А ну-ка, диспетчер, быстро говори. Где ты? У нас диспетчер страйкер обычно. Не-не-не-не-не-не-не. Так, что, пыточку навесили там, нет? Нет, скорее всего. Чего сделать? Будем считать, что ничего. А, не знаю, тут каждый сам по себе. Ну, если хочешь, я повешу, ёпта. Лодыри, блядь, все обленились, нихуя работать не хотят. А кто ж так вешает удочку? Фок, посмотри, ты же уебешься сейчас об стену ею, ей уже. Тем более, тебе нужно вешать на второй вагон. Что у вас происходит? А кто? Кто там? Ай! Кто админ? Ты, который сейчас говоришь, ты меня и тебя. Все лагает, это миссия, все жестко. Лагает из-за того, что два состава, и из-за того, что депо такое, блядь, завис. Это же завис. Лагает, потому что либо сервак мозга ебет, либо это из-за того, что здесь депо и так лагучее. Да, там кто-то мясо устроил рядом, вот и все. Да не из-за него говорю. Я еще раз говорю, сейчас ты на линию выйдешь, не будет лагать, даже если ты там устроишь мясо. Сними напряжение с удочки, пожалуйста. Сняли, все. Все, я с джайте. Ну так и чего, не можешь остановить? Во, пришел, ёпта. А в Дрейк? Ну все, теперь его нету, заебись. Он тебя искал, короче. Он чего-то не может там... Я понял, что у вас там не получается. Да там какое-то обновление вышло, он не может его скачать, говорит, очень долго, 500 с чем-то мегабайт качается. 2 часа будет качаться, что-то там еще, не знаю, я не вдавался в подробности. Короче, через свой не смог обновить, перечислил. А почему он через свой не смог обновить? Ошибка. Какая? Давай-ка ты выезжай. Короче, я пока всех в игре замучу, наверное, сейчас выйду. Вот тебе напряжение, езжай. Блять, не нравится мне эта карта, надо другую. Я с Джай давай. Что такое? Почему не едем? А почему мы включили BPSN в депо? Почему мы включили BPSN и мотокомпрессор в боксе, а? О май гад. Походу кто-то ему поезд зафризил.
Я говорю, походу кто-то ему поезд зафризил. Или же где-то что-то кто-то не включил. А кто пытался тренедитом пользоваться? Когда? Кто? Только что. Егор Леон. Так, сейчас, так. Я не вижу здесь Егора Леона. А, вижу, вот он, да. А, что, ему сказать, чтобы он не пользовался, что ли? Ну, так он же вроде не работает. Он работает, но криво. Трансфичер эдитор ты имеешь в виду, что ли, да? Да. Он работает, но криво. Так-то он... Насколько я понял, он вообще не поддерживается больше. Ну вот смотри, я сейчас изменю. Убрали абсолютно все и им не пользуются. Типа все выбирается уже в этом спауне. Вот у меня выбрано. Ты сейчас на сервере? Нет? Нет. Нет. Короче, зашел бы, я тебе показал бы. Он работает. Но там нельзя выбрать текстуры вагона, текстуры пассажирского салона. И в принципе все, все остальное можно выбирать. Ну, по крайней мере, он вроде как я недры говорил, что он больше не разрабатывается, не поддерживается, и ему лучше не пользоваться. Ну, по крайней мере, он ошибками следует точно. Ну, не знаю, не знаю. Я вот вставил... Этот, страйкер. А, ну да. Я на твоем составе потыкаю. А какое вы хотели обновление ставить? Метрострой полностью обновлю. Да не метрострой, там поезд вышел новый. Да, блядь. Ну так чё поезд мы... вышел в метрострой или как? Чё вы хотели через СВН обновлять? Я не знаю, блядь, где... Он хотел... А, там какие-то скрипты ему кто-то еще что ли скинул. Не знаю, короче. Якобы скрипты весят там овер дохуя. Я не знаю, что там за скрипты весят овер дохуя. Он пытался скачать с гитхаба просто метрострой.